Всем привет. Я уже, если честно, прям вообще не знаю, что делать. У меня сдают нервы. У меня уже все. У меня уже ни сил, ничего не осталось. Я уже проплакалась. У кого есть дети? Скажите, как вы это пережили? Хотя, скорее всего, не у всех так. У меня ребенку 8 месяцев, где-то 6,5, она встает на ноги. Сейчас она пытается, ну точнее не пытается, находит с опорой, она встает при любой возможности с опорой. И у стенки, и держась за наши ноги. И вот у нас, скажем так, на полу, на кухне и в коридоре плитка. Соответственно, еще много всяких вещей в плане там духовки, шкафов, столов, я не знаю, стиральной машинки. И вот когда я нахожусь с ней, а я весь день одна с ней до вечера, когда я вот так вот вокруг нее хожу, все хорошо, она стоит на ногах идеально с опорой, не падает, ничего. Как стоит только мне заняться своими делами, она падает. И ударяется головой. Что, опять плакать начну? И я уже, если честно, не могу. У меня просто стоят нервы, я очень сильно переживаю за все это. Вот. Хочу хоть здесь выговориться. В планах купить манеж. Точнее, я сейчас буду искать его. Может быть, он поможет. Но с учетом того, какая она активная, я думаю, что и в нем она сидеть не будет. Еще по двум врачам записано в областную больницу на проверку. За это тоже переживаю. Чтобы ребенок был здоров. И уже как-то просто... Даже просто вот эти переживания надоели. Может быть, есть какие-то у кого-то лайфхаки, советы. Вообще. Шлем она не носит, который защитный детский. Она его тут же снимает. Просто берет, развязывает и снимает.